Всех приветствую! Сегодня я хочу оставить свой отзыв о работе Ирины Робинсон. С первым запросом, с которым я к ней обратилась, самый главный – это у меня был неуверенность в себе. То есть вот это слово, оно все объясняет. Я просто была неуверенная в себе. Я постоянно думала, что я что-то не так говорю. Даже возьмем тот же Инстаграм, то есть мне было тяжело себя просто снимать в сторис, выкладывать, потому что я думала, что я что-то не так сейчас сказала, а кто что посмотрит, а кто что подумает, а можно ли так сказать, а можно ли сяк сказать, то есть вот такие моменты у меня были, естественно, все это в обычной жизни. Далее. У меня была постоянная апатия, я просыпалась утром с мыслью, зачем я опять проснулась. У меня была одна только мысль быстрее прийти домой и лечь спать опять, у меня не было вообще энергии, у меня было очень разных чувств, которые меня тревожили, которые не давали мне спокойно жить, каждую мелочь какую-то я воспринимала как какой-то огромный Армагеддон, я начинала вот так переживать и тревожиться, и это несколько дней могло длиться из-за какой-то мелочи, то есть разные вот такие чувства меня преследовали. Вот, ну, конечно, мы в первую очередь с Ириной работали с уверенностью. После проработок, после второй сессии у меня уже начались изменения. У нас было 8 сессий. После второй сессии у меня уже пошли изменения. Я поняла, что я уже стала меньше обращать внимание, кто что скажет, кто что подумает, как я выгляжу, что я говорю. И после, по окончанию 8 сессий я поняла, что... Ну, во-первых, я стала уверенной в себе, я без проблем сейчас веду Инстаграм, я могу без проблем выйти в прямой эфир, раньше об этом вообще не могло быть и речи. Очень много чувств, которые мне не давали, в принципе, просто спокойно жить, вот эта тревожность вечная, оно ушло все. Я теперь ко всему отношусь спокойно, то есть раньше, если я за каждой мелочи, у меня вот так сердце начинало ходуном ходить, сейчас я спокойно все воспринимаю, то есть я отношусь ко всему как к каким-то мелочам. Вот, апатия у меня прошла, я с утра просыпаюсь с хорошим настроением, у меня появилась энергия, что самое важное, мне теперь охота что-то делать, творить, жить, поэтому... Я вам могу прям посоветовать Ирину, обращайтесь к ней, если у вас есть какие-то проблемы, она обязательно вам поможет. Хочу еще раз поблагодарить Ирину за работу и спасибо всем за внимание. До свидания.